Добро пожаловать на Геймс, друзья, зовите меня Джекман, мы продолжаем проходить Bulletstorm Full Clip Edition с русской озвучкой. Так что устраивайтесь поудобнее, приятного вам аппетита, мы начинаем. Я так не хочу помогать этому сарану. Черви! Прямо над нами! А, снайперы, понятно. Ложись! Нет, не лягу. Я буду стоять. Сам ложись. Что? Что? О, снайперка. А, так у меня же есть снайперка. Что это? Сейчас. Сейчас все будет. Так. Сейчас ты меня получишь, тварь. О, бочки. Вот, бочки. Лучше в бочки надо стрелять. Я понял, все. Сейчас мы в бочке, короче, бабахнем, и всем будет хорошо. Вот так вот. А? Красота? А, там еще жив кто-то, что ли? Понятно. На-ка, держи, тварь. Блин, я думал, что я прямо пулей в пулю попаду сейчас. Куда убежал, тварь? Цель потеря... Только ты, слышь, ты цель заколебала потеряться. Ну-ка, не теряйся нахрен. Ты деловый какой. Ой, тупанул. Я так сейчас и в патроны простреляю. Хотя у меня тут есть терминал, так что все нормально. Все, вот сейчас я не потеряю цель. Все будет нормально. Не-н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 е. Вот так, отлично. Че ты? Справа! Сейчас все будет. Справа и слева и снизу, так. Покупаем это дело. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут. Вот это вот дело. Надо бы купить обойму. Тут все по максимуму. Нет, открывать доступ я не собираюсь сейчас пока. Где? О. То... Ой, слушай, тут, блин, слушай, этих снайперов тут очень много. Да ё-моё! Надоело терять цель. Да как так-то? Я же их вижу! Надо, чтобы он всегда... Надо, чтобы он всегда был красным, что ли, подсвечен, я не понимаю. Так, ну-ка. Нет, не сработало. Сейчас. Так. О, бочки. Ха-ха-ха, там разорвало нормально. Что? Ту- ой, тут что ли? Сейчас все будет. У меня для вас кое-что есть. Разрывной. На. Ну давай, давай. Посмотрим, как его разорвет. А, вот, разорвало, и чё? И никого больше не прикончило, что ли? Ничего себе, вот это печаль. Опа, отлично. Еще один. Не-не-не, блин, да как, да зачем? Нет, ну нет, я хочу в бочку попасть. Вот прямо отсюда сейчас, буду стрелять прямо в бочку. Вот. Хорошо. Эй, работа сделана, генерал. Трус, можешь выходить из своего обоссанного угла. А это надеялся, чтобы крызу. Всегда делай так, чтобы дерьмо убирали подчиненные. Нормально, что мне понравились эти патроны, поэтому... Шиши-шиши. Пройдя по этой радиоактивной жиже, наш чудо-генерал мутировал в огромную пизду. Пошли, туннель впереди. Надеюсь только, что пиздила в него поместится. Фу, здесь дерьмом пахнет. Ты чё, сарана, обосрался здесь, что ли? Фу-фу-фу-фу-фу.
Оу. А эти бочки можно взорвать? Нет. Повсюду токсичная жижа. Понятно, отчего этих ребят так перекосило. Да нихера ты не знаешь. Ты убиваешь граждан конфедерации, мальчик мой. Туристы, которые не смогли попасть на спасательные корабли, спустились сюда, чтобы скрыться от бешеных зэков сверху. Боже. Может быть, ты только что выпустил кишки школьной учительницы или матери троих детей? Ужас. Тебе бы научиться лучше скрывать восторг, Волс. Выход. Ничего особенного. Оу. Черт. Какое ужасное место. Так, я опять застрял. Че ты встал? А? О! Подставить меня хотел, да? Подожди, а че это он? Видимо, автоматически он не целится, надо обязательно камеру навести, куда надо. А здесь у нас... Оп. Ну, поехали. Сюда идет смерчак! Ну, давай стрелять. Эй, мы им не нужны. А что такое? Они в ужасе. Они... Мамочка Грей, наверное, где-то тут отсасывает бесплатно. Чё за хрень? Глянь на это дерьмо, оно камень прожигает. Ё-моё. Полно радиоактивной гемолимфы. Вот это вот нехорошо. Не отходите далеко. Вот это вот пипец как нехорошо. Новый противник появился, и он, видимо, крайне опасен. У них кровь как кислота. Даже не как, а именно кислота. Прям как у чужих. Вот бы взять этого сарана и головой макнуть в чан с этой кислотой. Было бы нормально. Может, мы так и поступим. Миграция, что ли? Заклинание не сработало, только карман на заднице съежился. А если плохой попробовать знак. Хлыст? Нет, вот, не работает. Этот лифт работает. Так, это я пожалуй. Так, куда вы? Где вы? Эй, парни. Подожди. Что-то я немножко заблудился, блин. Все нормально. Че, я зря что ли подобрал? Сейчас у меня батарейка сядет, блин. Будет не очень весело. Ладно. Так, 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 так. Не-не-не, не портишь. Блин, шестерню испортила, тварь. Они пытаются уничтожить лифт. Эти хуесосы охотятся на нас. Не давай им подойти к штырям. Они же турбину к ебеням расплавят. Блинские батарейки сели. Да ты хоть целишься? Да нормально же все у меня получается, что ты орешь-то? Мы не можем себе позволить ошибки. Можем, можем. Ты промазал. Твою мать! Стреляй точнее, костра ты сраный. Да чё так? Ой, патроны, патроны опять. Быстрей, 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 быстрей.
Вы там вдвоем одну сторону не можете, блин, а я тут две стороны, короче, поддерживаю огнем. Че, добрались, нет? Их слишком много! Но помещение есть дверь, секунда! Пошли! Идем. А они, смотри, напрямую не нападают на нас. Они все как-то пытаются нам навредить со стороны как-то. Слишком близко. Дерьмо это было. Подумать противно, как вы будете дрожать в настоящей драке. Побереги красноречие, генерал. Расслабься, пусть гиперкомпенсация пройдет естественным образом. На. Оу, 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 оу. Посмотрите на нее! Посмотрите, что вы, блядские предатели, сделали с моей малышкой! Время идет. Давай спускаться. Будем держаться за стальной трос крана. Вон там. Какой механизм этой бомбы? Тот, которому недавно рожу разъебало! Надо добраться туда и заткнуть ее, или... В общем, все сдохнут, мы поняли, да? Да. Думаю, мой экипаж уже мертв. Мертв по вине Грейсона Ханта. Теперь ты можешь занести в свое резюме массовое убийство, Хант. Нет. Это было не массовое убийство. Это была массовая зачистка. Никакого остроумного ответа? Ты даже не ерничаешь? Как там дела у Тришки? Я вот очень сильно надеюсь, что она все-таки жива. На борту Одиссея было более 700 душ. И вот они пред нами. Оставь это, Сарану. Ты людей убил, Грей. У них были семьи. Их ждали домой. Как думаешь, сколько боли ты тогда принес во Вселенную? Я бы сказал, что тут мы оба постарались. Но речь-то не обо мне. Мы не смотрим сейчас на кучу трупов тех, кого я убил. Хватит! Мы смотрим на кучу трупов тех, которые убивали невинных людей, так что... Некоторых съели, некоторых изувечили, поиграли с ними. Здесь выжигатели! Мне бы пригодилось какое-нибудь оружие. Ага. Ты только и умеешь, что убиваешь. Погоди. Так ты чё, блин? Я просканировал зону, пройти можно только одним путем. Идите за мной. Хан, как тут ужасно тихо. Думаю, тела взвешивают. Я сейчас счет на еще одно увеличу. Совсем не страшно. Давай, вот, отлично. Сюда, хорошо. Как хорошо, что здесь везде торчат эти арматурины. Очень полезная штука. Вот так. Ну и чё? Пошли дальше. Так. Серьезный парень, но... Твою мать. Здание едва выдерживает вес Одиссея. Так нам можно не торопиться? Стремнуть может? Ты ведущий, ты выбираешь скорость, тише.
Давай, давай быстрее, а то сейчас все здесь рухнет. На. Пошел. Сюда. 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 Все. Тупик. Нет, можно пройти. А, понял. Сюда иди. Теперь иди туда. А теперь сдохни. Получай, 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 получай. Почти добрались. Нет, пить не буду. Нафиг. Давайте вот так вот, мальчики, сразу толпу. Только взгляни, симфония смерти. А, черт. Хорошо. Давай быстрее, открывай уже, открывай. А теперь что? Че пялишься? Скорее! Ноги в руки, взблёвыши! Бомбы вон там! За трупами всех этих матерей и всех отцов, чтоб и убили! Дверь сломалась. Давай, Кенни, возьми хлыст финального эха, который ты спёр, схвати контейнер и закинь дверь. Ладно, заткнись, я понял. Давайте, доберемся через шахту. Тик-так, тик-так. Нервничайте, ребятки. Заткни свое гребаное ебало. О, малыш сегодня не в духе. Чувство вины все сильнее, не так ли, мой мальчик? Вот дерьмо. А все эти трубы тут совсем не кстати. Делайте что-то. О, отлично, отлично, грызи его. Блин, опять выжил, тварь, а. Да на здоровье. Становишься впечатлительным, малыш. Хочешь, чтобы папа обнял тебя и сказал, что ты молодец? Вот, это может взорваться, да? Эти спасательные капсулы, только половина из них использована. Особо времени не было после вашей атаки, сосунки. Мы сбили твой крейсер, вот что мы сделали. Сбили твой суперкрейсер кораблем класса D Spectre. Это должно быть противно осознавать. И хотя не все члены твоего экипажа успели добраться до спасательных капсул, ты, как я посмотрю, успел. Сначала женщины и дети, так? Сзади никого. Мой сканер показывает большое количество акрила-нитрила в воздухе. Сильно токсичное и горящее вещество. Не стрелять. Никакого оружия. Конечно же, все закончится хорошо. Хлысты пинки, значит. А можешь же, вон, стреляй, нормально все, что ты? Только пинки и хлыст, не стреляй. Я понял. Так. Блин, слушай, тут очень много.
А чё, я один, что ли? Погоди, я один что должен с этим разбираться? Да серьезно, блин. Твою мать, это нереально вообще. Как это не стрелять? Иди нафиг. Сюда. Блин, ты куда улетел? О, ладно, нормально. Сюда. Давай. Да, не застревай. Туда, вот, туда, вот, хорошо. Так, еще есть? Так, вижу, идет. Сюда. Так, вот сюда, сюда. Не-не-не, даже не думай. Туда. Сюда. Туда. Ну что, вроде нормально у нас получается. Опа. Сюда. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чего так много-то, ё-моё, эй, ну-ка. На-ка. Да ёлки-палки, зажали меня, твари. О-о-о-о! Ребята, а вы чё стоите-то, я не понял. Чё сочкуем? Всё? О. Мы близко. Еще пару этажей наверх и на месте. Ну, здесь, наверное, можно стрелять, да? Да. А, черт. Поля электромагнитного излучения. А. Давай. Детекторы движения активировали протокол защиты. Тут я ничего не могу сделать. Реактор вот-вот просрется. Если он взорвется, это вызовет детонацию бомбы. Да тебе-то что, Сашиев? Ты уже наполовину труп. Так, где? Как можно... А, понял. Давай, Сарна, сгори. Блин, успел перепрыгнуть, сволочь. Эй, помедленнее, партнер. У меня тут мутант подгорает. Воздух чист. Можно стрелять. Ну уж, я давно это понял. Иша, что-то у тебя, короче, процессор в голове тормозит. Все ведь. Так, понял. Окей. Все. Тварь выжил. Сюда быстро, быстро, быстро. Взяли. Отлично. Сарана, не успей. Ну, блин, успел, сволочь. А, больно. А, что за фигня? Да что такое? Да тварь, успевает, гад. Ну, пошли, что стоите-то? Какой же там был код? Да я просто хуйней страдаю. Веселые времена, а? А, бесишь ты меня, урод. О, здоровый парень. Так, погоди. Я убил предыдущего, убью и... Конечно, легко, вот так вот. Раз. Как было там? Раз. Там, хоп, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Ты чё? Ты чё выжил-то? Какого хрена? Надо отыскать тут что-нибудь, чтобы его убить.
Вот. О, нихера его разложило. Вот так вот. О, хорошо. Oh, yeah. Машинное отделение, марш! Слава богу, я уже отвык от успешных миссий. Смотри, с кем ты работаешь в паре. Эй, ты куда? Разряди эту хуйню! Система безопасности, придурок. Нужны два человека. Я должен повернуть ключ здесь, в тот момент, когда ты введешь код деактивации там. Или бомба взорвется. Давай к бомбе, я продиктую код. Быстрее! Чё-то я, знаешь, думаю, что тут пахнет каким-то подвохом. Иши, стой рядом с ним. Иши, он нас обманывает. Я тебе говорю, что он нас... Что ты делаешь? Да тварь, ты меня сейчас обманишь. Готов? Одно неверное движение, и она взорвется. Давай. Потяни рычаг, чтобы открыть консоль. Я тебе говорю, он нас сейчас обманет. Введи следующий код. Я, Т, У, П, К, А, К, Х, Е, Р. Теперь нажми желтую кнопку, чтобы подтвердить. Пароль я туп как хер. Я тебе говорю, это подстава. Вот Иши, что ты делал, придурок, а? Вы только что запустили ДНК-бомбу? Сукин сын! Ладно, мне тут надо на рейс успеть. На борту меня ждет бутылка скотча. Секретаршу, может, позову, чтоб отсосала. Найди выход отсюда. Не могу, стены бронированы, сканирование невозможно. Иши, ты какого хрена здесь стоял? Надо было рядом с ним стоять и держать его вообще. Ой, идиот, идиот! И вообще не нужно было его слушаться, я знал! Но, это же не RPG какой-то, это линейный шутер, тут ты ничего не можешь решать. Так что, приходится иногда быть бараном. Готово, давай! Куда мы идем, Грей? Все бессмысленно. Крепись, Иши. У нас еще есть шанс. Нужно добраться до спасательного корабля Сарана, убить его к хуям и поехать домой. Держись со мной. Хорошо, Грей. Ты сурел, что ли? В этом месте должна была быть какая-нибудь веселая шутка. Это не шутки, Грей. Это просто конец пути. Нет. Неизбежный конец. Похуй. Вот именно. Сейчас что-нибудь придумал, не переживай. Так, спрыгнуть я здесь не могу. Во! Видишь? Дверь открылась. Смотри, я нашел нам 200-метровую пропасть. Нормально, на жопах сейчас прокатимся и все вот по этой стене. Ну, пошли, что ты? Нет, что ли? Ты не хочешь? Вот! О, а что ты раньше-то не сказал? Видишь, закрывает дверь, открывает окно. Что я тебе говорил? Может, ты прав. Наверное, всегда есть выход. Всегда есть. Прибьем этого подонка и свалим отсюда. Ах, ебать, переебать нахуй. Мы вернулись туда, откуда пришли. Вот именно. В прошлый раз здесь не было пожара. Ладно, ладно, ладно. Должен быть какой-нибудь... Возможно, это справедливый конец. Да ты... Я бы предпочел уметь... Прекрати уже ныть, блин. Отбрыкиваться от судьбы. Это все из-за меня. Если я умру, не исправив это, мне не будет никакого покоя. Тришка. Сейчас должна появиться Тришка. Тришка. О. Слушай. Давай. Так отойди. Отойди, это Тришка. Тришечка, ты Тришка. Наша. Ох, из машины. Ты как вообще? Я кто, по-твоему, домохозяйка? Я же чертов командир финального эха. Да. Я повредила электрокабель. Тут все разваливается. Вперед! Наша девчонка.
Простите, что не пришла поскорее спасать вас. Вы тут штанишки не обмочили? Нет, все сухо. А вот радости полные штаны. А ты там выглядел почти испуганным. Иногда мужчине страшно. Я не настолько гордый, чтобы это отрицать. Засекла. Корабль летит в космопорт. Отлично. Пошли. У меня руки чешутся убить кое-кого. О, да. Ну что, друзья, давайте на этой оптимистичной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, вам ролик понравился. Если он вам понравился, то обязательно поставьте ему лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.